Погода в предстоящие выходные в Приморье будет переменчивой. Небольшой снег обещают в разное время в субботу и воскресенье. При этом в субботу днем будет довольно тепло, а воскресенье станет значительно холоднее. Техника готова выйти на уборку краевых дорог. Филиалы Примавтодора в случае необходимости будут дежурить круглосуточно. В эти выходные, в воскресенье, будут осадки. Фронт придет с юга. Осадки продлятся с утра воскресенья до обеда. Ближе часам к 3 они уже будут в районе Дальнегорска-Тернея. И к вечеру фронт этот идет в сторону Японии. Противогололедные материалы у нас есть в достаточном количестве. Техника вся тоже налажена, КДМ-ки собраны, техника готова к работе, поэтому ничего такого экстраординарного не ожидаем. В случае необходимости будут выставлены дежурные на перевалах, потому что на перевалах всегда снега больше. И если вдруг там осадки разойдутся и что-то будет такое, какое-то усиление, то при необходимости перевалы будут закрываться.